Празднование юбилея Победы продолжается. Накануне в наш город прибыли участники автопробега «Память героям Великой войны». В экипаже ветераны органов внутренних дел. Орловские полицейские встретили своих коллег выставкой оружия в стенах Главного управления ОМВД. Есть экземпляры, которые деактивированы, то есть не стреляют. Вот. Но зато можно подержать в руках оружие именно времен войны, с чем воевали наши солдаты. Стартовал автопробег 18 мая в Волгограде. Маршрут проложили по городам-героям и городам воинской славы Центрального и Южного федерального округа страны. Орел в их числе. Ни одну семью не прошла мимо драматическое событие, как Великая Отечественная война. Поэтому если мы помним, значит мы живем. А и свою историю своей родины надо знать. Главному орловскому полицейскому Юрию Савенкову участники автопробега вручили капсулу с землей, которую доставили с Мамаева кургана. И памятные медали для всех орловских ветеранов органов внутренних дел. Я постараюсь даже, вполне возможно, что каждого из ветеранов вот этих, опять же, проведу и сам вручу. Спасибо большое. И для вот этой капсулы тоже, поверьте, мы найдем достойное место.